соседней кабинке босс. Мэнди бросает сигарету в унитаз, и бах, все загорается. Да ну на. Ты еще кто? Эй, это мой кофе! Ну-ну-ну, выдыхайте. Во-первых, это не кофе, а бурда. Во-вторых, головной офис нанял меня потестить вашу систему. И, парни, вы прошли! Да? Рэй? Рэй, это Тобиас. Ага, здесь все отлично. Ладно. Да, передам. Рэй, она просит проверить роутеры. Послушай, что? Рэй, ты мне нужен. Кажется, за мной летят. Да, отлично. Что? Спасибо, счастливо. Бюрократы, сами знаете. Эй! Блюм засечет меня. Пора валить. В Блюм я пришел, писая кипятком. Скажем честно, я повелся. Думал, мы сможем сделать что-нибудь сногсшибательное, но все было херово с самого начала. А теперь уже поздно, и CTOS разрослась. Блин, заперто. Надо срочно искать уязвимость в системе. Если не налажать, смогу запереть этих недоумков в их же офисах. Засек движение. Иду проверить. Вроде нормально. Проверю.
питание лифта подключили. Надеялись, я застряну. Ага. Не понял, что в городе съезд охранников? Отродясь, столько не видел. Кого ищут? Реймонда Кинни. Того самого. Гонишь. Ну, так сказали. Прикинь, мой отец с ним работал. С виду говорит хмырь, а на самом деле обычный хипарь. Видать, твой папаня просто не в курсах делишек этого Кинни. Не расслабляться! Всем глядеть в оба! Не понял, что в городе съезд охранников? Отродясь, только не видел. Кого ищут? Реймонда Кинни. Того самого. Гонишь. Ну, так сказали. Прикинь, мой отец с ним работал. С виду говорит хмырь, а на самом деле обычный хипарь. Видать, твой папаня просто не в курсах делишек этого Кинни. Не понял, что в городе съезд охранников? Отродясь, только не видел. Кого ищешь? Реймонда Кинни. Того самого. Гонишь. Ну, так сказали. Прикинь, мой отец с ним работал. Еще кто-то. С виду говорит хмырь, а на самом деле обычный хипарь. Видать, твой папаня просто не в курсах делишек этого Кинни. Не расслабляться. Лучше не расслабляться. Рано расслабились. Быть начеку. Кто там шастает? Что-то тут не так.
Тут я пока в безопасности, но надо по-быстрому найти уязвимость. Все. Линяем. Твою-то мать! Вижу его. Куда ж мне старому столько? Умничка, CTOS. Так.
Тибон, как ты? Эйден, я все разрулил, шабаш. Ну, поздравляю. Прикрытие есть? Закинул левый цифровой след в систему Блюм. Теперь еще две недели будут палить меня у Вичити, Амарила, Тусони. В итоге решат, что я сел в Мексике. А по факту в другой дыре? Взял билет в один конец из Майами. Если страсти поулягут, рискну связаться с тобой. Но... Береги себя, Тибон. И не нарывайся. Заметано. Адиос, амиго. Адиос. Фэнс Холстед Лайбрери. Мне страшно. О, боже, нет! Я хочу домой. Я хочу жить. О, нет. Please stand by. Понял, но чувак.
Детка, я дома. Если хочешь выжить, пользуйся черным ходом. Или не делай дубликат ключа. Некрасиво, неудобно и неуютно, как в аду, но ты всегда меня выручала, детка. Пора будить злых собачек. Если бы я хотел пить капучино с перцем, я бы так и сказал. И застрелился бы. Утром надо будет убить все винты. Так и не пригодились. Но уж лучше быть чокнутым параноиком, чем трупом. Прощай, кроличья нора. Надо вздремнуть. Я не возьму. Нет! Отвали, заткнись! Ладно, ладно. Десять сраных лет, Фрюер. Что тебе нужно? Вызови полицию. Нет, стой. Не вызывай их. Не верю я копам. Найдешь меня? Да остынь! Опять тебя паранойя кроет. Паранойя? Рэй, меня убьют, ты понимаешь? Да кто? А я не знаю. Мне чем-то врезали, я вырубился. Кажись, я в багажнике. Ну, точно, в багажнике. Можешь проследить? С большим трудом. GPS-сигнал пропадает. Конечно. Они его глушат. Херово. Похоже, устранители. Твою мать. Ладно, я скоро. Похоже, старина Фрюер реально встрял. Но если я хочу свалить из Чикаго, мне пора. Блин. Нельзя его бросать. У меня телефон почти сдох. Где ты? Выдохни, мать твою. Пощупай замок, должен открываться. С новой тачкой прокатит.
Не, ничего. Так, машина, походу, старая, ясно? Старая тачка? Нет, ничего не ясно. Они могли снять замок. Там инструменты есть, может, ниша какая? Нам бы домкрат. Да. Нашел домкрат. Думаешь, я смогу отжать крышку? Именно, только они не должны услышать щелчок. Так что ты шуми там вовсю и ори. Вот. Так, погнали. Эй, выпустите меня! На помощь! Спасите! Открыл. Готов? Выгляни наружу, скажи, что видишь. Я вижу каких-то рабочих на дороге. Это Чикаго, их тут полно. О, конусы! Вижу дорожные конусы. Конус? Еще конус? Гребаные конусы. Здание Брюер компании. Что ты видишь? О, это же... Не знаю, что это такое. Ну уже, чел. Жилой дом, наполовину разрушенный. Какие-то трущобы. Похоже, ты Вордс. Круто. Брюер, еще что-то? Только куча домов. Может, надписи какие? Я не вижу. Стой, еще конус. Эй, мобила, вот-вот сдохнет, быстрей. Багажник и пристегни ремни. Так, стой. Какие ремни? Тут нет ремней. Сейчас немного потрясет. Пришлите подмогу. Живее! А! Эй! Я не хочу тут сдохнуть! Не сдохнешь, обещаю. Ты там живой? Выпусти! Держись там! Господи, где он? Куда он делся? Упустили? Сраные устранители задолбали. Держись, Брюер! Нет! Нет! Облом, он свалил. Похоже, все чисто. Не знаю, чего я ждать, когда открою багажник. Эйден недавно видел Брюера, говорил, что тот бомжует. Был под кайфом, ничего не соображал. Черт! Скорее всего, он до сих пор винит меня во всех своих долбанных проблемах. Спасите! Выпустите! Шокером за что? Ты это, монтировку брось, маньяк. Я не маньяк. Выкладывай, чем ты насолил устранителем. Я? Себя спроси. Вы Робин Гуды, хреновы. Вы с Роуз сдали Блюм, а я теперь постоянно прячусь. Вы все испортили, Рэй. Ну, конечно. Мы из-за твоей шизы постоянно рисковали собой. Ну, Роуз уже мертва, а этот твой фортель в 2003-м. Сколько погибших? Да.
Но нет, вина на мне. А? Ну ты скотина. Прости, не хотел. Я... Знаешь что, Рэй? Спасибо, что спас. Счастливо тебе. 11 погибших. Линдси Гарсия, Джереми Коннорс. Ну еще? Я могу продолжить список. От Блюм никто не спрячется. Поверь на слово, они в таких случаях юзают мой код. Я готов помочь. Но сперва пнем Блюм. Поймем, что они знают. Можешь пожить у меня. Только вещи не трожь. В систему мою не лезь. И вообще тихо будь. Да. Возьми себя в руки, знаю. И самое главное, не трогай мое пиво. Я не пью. Ну точно. Блин. Не собирался я тут торчать. Надо позвонить. Детектив Биллингс, да? Шейла. Незнакомец, это ты? Я-то думала, ты умер. Скучала? Неа. Пытаюсь не уронить башню из отчетов на столе. Надеюсь, ты поэтому звонишь? Ну да. У меня бабло кончается и... припасы. Вариантов много. Теперь, когда Лаки Куин и Ирак мертвы, каждый бандит в этом городе хочет урвать свой кусок пирога. А у меня мало верных людей в департаменте. Да ладно, только пальцем ткни, грязь я уберу. За деньги. Люди платят налоги, бандиты исчезают с улиц. Система работает, солнышко. Ха, мерзавец. Секунду, я пришлю, что есть. Ща, гляну карту. Я пометила одну группу. Чикаго Саус Клаб. Там сейчас рулит сынок Куина. Ясно. Некоторых уберешь, если будет шанс. Некоторые должны стать уроком остальным. Убивай по одному. Пусть нервничают. Но если запалишься... Я тебя не знаю. Точно. И позвони мне сначала.